член экипажа. И среди нас находится один оборотень. Убийца-оборотень. Посмотрим, как мы затащим эту катку. Она сделана максимально так, чтобы можно было еще подумать, можно было еще порассуждать и логически сделать какие-то умозаключения, ну, чтобы вычислить убийцу по-умному. Смотри, уже саботаж врубили. Кто-то прям очень быстро играет. Я надеюсь, меня первым не сольют. Так, саботаж у нас рядом, мы можем его починить очень быстро. Так, все, отлично просто. И сразу же здесь выполняем задание. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да, и кстати, вот пока я стою напротив реактора, ну, ты должен просто поставить лайк, подписаться на канал и нажать на этот радостный колокольчик, чтобы ничего не пропустить. И ты такой, ничего я не должен. Должен, братан. Должен поставить лайк, если ты досмотрел до этого момента, по-любому. Так, ведь такие топовые катки бывают только здесь. Krypton S — это система заработка онлайн с вложениями и без вложений, где каждый желающий может попробовать себя в роли владельца бизнеса или просто работать, выполняя задания и зарабатывать реальные деньги в любое время. При этом, не имея товаров или навыков услуг, все это предоставит система, ее алгоритмы и участники. Она построена так, что не имея фактически товаров или услуг, пользователи могли его приобрести или произвести в системе и сразу же реализовать без необходимости его наличия на рынке. Эти алгоритмы специально разработаны для решения данных задач. Пользователи проекта Krypton S зарабатывают реальные деньги, просто проводя приятное время в сети. Присоединяйтесь к сообществу и вы постройте свое предприятие, которое будет регулярно приносить вам прибыль. Все ссылки в описании. Ну а мы продолжаем. Так, со мной бегает еще коричневый или оранжевый? Коричневый, это оранжевый. Оранжевый бегает за мной постоянно. Главное, чтобы меня не слил. У нас, запомните, один оборотень. Поэтому тут нужно быть очень осторожным, он может превращаться в других игроков, и это очень сложно вычислить реально. 10 игроков в катке вообще и один оборотень. Ну, конечно, там кто-то уже вылетел вначале, поэтому у нас 9 игроков и один оборотень. Вот так вот получается. Ох ты, ё-моё! Так, давай нажмем сюда. Так, есть, отлично. Дальше что у нас? Опа, уже труп обнаружили. Быстро, однако. Смотри, у меня карта работает. Так, я нахожусь сейчас над щитками. Интересно. Да, над щитками. Можно, кстати, посмотреть. Прикольно. Раньше, по-моему, такого не было. Так, я над щитками. Так, я бегаю с оранжевым. Он точно чистый. Все, оранжевый чистый, мы его обелили. Где сразу? Где? Сразу чувствуется, да, что со спектеры зашли. Вообще, да, это мы играем с нашего телеграм-канала и также дискорда. Вот мы вместе сидим, сейчас играем в Among Us. По вот этим вот интересным правилам. Попробовали оборотня добавить вместо убийцы и посмотреть, что будет. Прошлую катку мы играли, что-то вообще не заточили. Очень было сложно, реально очень сложно вычислить оборотня, потому что он прям вообще невычисляемый просто. Долго катка длилась очень. Задания выполнялись тоже долго, но зато было интересно. У меня снеговик, ты корова, где труп, люди, где труп? Я успел увидеть питомца магма. Так, питомец магма, кто у нас здесь? У нас не показывает здесь питомцев, к сожалению. Питомец магма. Ладно, пропускаем. Мы поставили без обсуждения, то есть катка прям вот как в Suspects. То есть сразу голосуем и катка заканчивается. То есть голосование заканчивается. Все, очень быстро все. С Новым годом, странный человек. Новый год уже давным-давно прошел. Китайский тоже, не знаю какой Новый год он имеет в виду. Хилфигер покидает игру, минус еще один. Но теперь мы точно знаем, что он не был предателем. Так, у нас еще в навигации задание. Скорость мы поставили 1.25. Очень удобно бегать вот так вот чуть-чуть побыстрее, чем в стандартной катке. Так, ну что, поехали дальше. Так, оранжевый бегает за мной. Меня он не боится, он знает, что я мирный, потому что я выполняю задание. И трупы уже были, когда мы были в... Опять труп! Так, ну оранжевый точно нет. Мы, как бы, я его точно могу обелить. Значит, минус один получается у нас, да? Минус один. Хилфигер просто вылетел. Так, в столовой. Где? В столовой, значит. В столовой. Где у нас столовая? Это недалеко от нас. Вот оно, сверху. Так, смотрим. Столовая сверху. Все, отлично. Теперь кто где? Я возле кнопки. Иван Золо возле кнопки. А кто у нас? Да, он возле кнопки, а зарепортил холодно, значит. Красный по-прошлому не подошел. Нет, красный. Меня голубой видел. Так, меня голубой видел. Так. Меня голубой видел. Отлично. Красного возле кнопки не было. Он тупо ходит. Так. Это очень сложно сейчас. Эта катка, видно, что не просто рандомное какое-то лобби. Тут типы шарят. Они хотя бы думают. Хотя бы задают вопросы. Хотя бы пытаются вывести кого-то на чистую воду. А также умеют обманывать. Это очень сложно. Красного за борт. Блин, нет. Это не красный. Воздержаться, это не красный. Я не думаю, что это красный. Пока мы не знаем, мы точно не можем никому верить. Здесь никому нельзя верить.
Да, за Иванзоло проголосовали сколько? За красного 2 человека. Так, вылетает? Нет? Звук? Нет, никого не выбросили. Отлично. У нас еще есть время, зачем кикать кого-то, да? Все правильно. Берегитесь еще одного предателя. Так, задание мы почти выполнили. У нас тут осталось чуть-чуть. Половина уже почти готова. Вот как раз я добью свои, и половина уже будет готова. Так, и можно будет последить за игроками. Очень потная катка. Прям очень сложно вычислить. Это реально очень сложно. Скоро будет геймплей за предателя. Вы увидите, как я виртуозно просто раскидываю игроков, когда играю за предателя. Это просто пушка. Так, давай по-медленному. Все, карточку провели по-медленному. Так, поехали. Фиолетовый здесь, оранжевый за мной. Так, на камерах кто-то сидит. Отлично. Так, быстренько выполняем вот это задание. Думаю, у него еще будет продолжение. Так, отлично. Так, фиолетовый и оранжевый. Оранжевый за мной все время бегает, его уже мы запомнили. Так, и вот последнее получается, да? По-моему, это последнее задание мое. Да опять ты, ё-моё, только не этот. Так, а ну, кто? Ты смотри, а мы за красного. А кто за красного топил? А ну, давай чекнем. Кто топил за красного? Так, а ну, давай посмотрим теперь. Красного за борт. Фиолетовый. Судьба. Фиолетовый, значит. Фиолетовый топил за красного в прошлом голосовании. Красного с сапогом надо. Сапогом надо. Так. Так. Это очень интересно. Это голубой. Он всегда говорит, что это я. Я готов в размен. Короче, красный убивает меня на глазах. Стой. Это оборотень. Это оборотень. Стопе. И убийца тоже может писать такие вещи, потому что здесь можно спихнуть на оборотня реально. Это очень сложно, тут нужно думать. Красный 100% он спалился. Да блин, это мина дальнего действия. Давай красного, короче, попробуем. Где он? Где вот он, красный. Все, отлично. Я успел? Я не успел, но в любом случае он вылетает. Так, посмотрим сейчас. Если мы угадали, значит это он. Не был предателем! Да что ж ты будешь делать, а? Да что ж ты будешь делать с этим? Поехали, все, да выполняем задание по-быстрому. И мы уже можем спокойно ходить, получается, и вычислять. Так, а у нас еще одно задание. Да блин, саботаж теперь включили. Так, бегаем за вот этой судьбой. Так, голубой, фиолетовый. Так, выполняем быстро. Голубой, фиолетовый. Запоминаем. Голубой, фиолетовый, серый побежал наверх. Серый единственный, кто побежал наверх. Он может превратиться... Так, давай посмотрим на камерах, кто у нас здесь. Так, очень умно играет. Так, саботаж на дверях, значит, сделал. Так, ну мы с Фоксиком здесь, нам ничего не угрожает, мы вдвоем. Так, двери мы не можем открыть на этой карте, мы просто должны ждать, пока пройдет время. Отлично, двери открылись. Все. Фоксик. А, это, подожди, стой. Фоксик, беги за ним быстрей. Ах ты, собака, прыгнул в люк. Так, подожди, это точно не фиолетовый. Вот смотри, видишь, как играются спектеры? Они не репортят сразу, они бегут по следам, то есть бегут, понимая, что нужно увидеть, кто это сделал. Понимаешь, в чем логика? Это не просто игроки. Меня убил просто тот тип, с которым я бегал, понимаешь? Он просто превратился в него и грохнул. Ну, собака, ну, крыса. Так, подожди. Катка начинает набирать обороты. Это очень умный ход, превратиться в оранжевого и убить меня прямо на глазах. И, то есть, это вообще, это запутать просто максимально. Но у нас был человек, который был на камерах, поэтому мы можем точно обелить его, и, то есть это уже точно не он. Получается, смотри, это не оранжевый, это не... Подожди, кто был на камерах? Я тупо запутался, так я в меди был. Серый пишет, подожди, где? У нас, смотри, 1, 2, 3, 4 игрока осталось. Это точно не оранжевый, и теперь это точно не... значит, подожди, это... Блин, а кто из них был в камерах? Я забыл. Голубой или фиолетовый? Прикинь, вылетело из головы. А такой шок просто, что меня убил тупо тот чел, с которым со мной бегал все время. Это просто капец. Так, мне интересно, чем закончится эта катка, и кто реально был предателем. Давай посмотрим. Так, за кем же бегать, даже непонятно. Так, давай побежим за голубым. Вот мне что-то кажется, что голубой... Нет, подожди. Да, мне кажется, что-то, что голубой, типа, предатель. Вот что-то у меня такие подозрения. Так, ну что? Давай, чини. Да, он его сейчас убьет, наверное. А нет, смотри, не убивает. Мог бы убить спокойно. Но проблема в том, что те двое могут бегать вместе. И тогда убийца не сможет так просто взять и убить. Единственный, мне кажется, у него шанс, это просто взять и, не знаю, трансформироваться, наверное. И все, так. Серый, подожди, может быть, это трансформация. Все, поймали его, отлично. Но это может быть не он, подожди, у нас он живой, нет? Так, убили судьбу фиолетового, так, серый. По-моему, да, фиолетовый был с нами тогда на камерах.
Так, Фоксик. Кто у нас еще? А, ну тут легко, тут серый, все. Потому что холодно был с ним, голубой был вместе с оранжевым. Получается, это 100% у нас серый. Но это было интересно, реально. Это была катка очень интересная. Я надеюсь, что у меня следующий попадется предатель. Ну и задание, в принципе, мы почти выполнили. Вот это геймплей очень хороший, очень качественный. Это прям пушечка. Да, конечно, так нечестно, потому что они бегают за мной. Но в любом случае, так тоже можно играть, в принципе. Я вам показывал на прошлом видео, как можно играть. Просто найти напарника какого-нибудь, да, как его найти. Определить по заданиям, да, и все. И бегать вместе с ним постоянно. То есть, таким образом, мирные всегда будут побеждать. То есть, вы точно всегда будете под защитой. Если предатель один, если два, то будет, конечно, сложно. Вас просто двоих сольют. А если три, то еще сложнее. В общем, пиши в комментариях, что ты думаешь по этому поводу. И давай вместе поставим лайков для того, чтобы я в следующем видео все-таки попался предателем. Чтобы я был импостером наконец-то. Хоть раз когда-нибудь мне попадется эта роль. Чтобы я смог записать ее на видос и тебе показать. И, конечно же, с вами, как всегда, был Саня Слоун. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.